Ульяновские школьники стали участниками театрального интерактивного проекта для детей о Гончарове, который стартовал в небольшом театре. Спектакль «В Японию под парусом Паллады» является главной его составляющей. Юные зрители наравне с актерами театра становятся полноценными героями действия. Задача проекта – познакомить детей младших классов, 7-10-11 лет с именем Ивана Александровича Гончарова, поскольку он является одним из ярчайших представителей нашего региона, одним из самых выдающихся уроженцев, и он является частью нашей региональной и национальной идентичности. В увлекательной форме участники спектакля узнают о совершенном в середине 19 века кругосветном путешествии Ивана Александровича Гончарова на борту фрегата «Паллада». В качестве секретаря первой российской дипломатической миссии он поехал в Японию. В проекте задействованы не только сцена и зрительный зал, но и фойе первого, второго этажей. Во время спектакля «Бродилки» ребята знакомятся с морскими науками, учатся драить палубу, изучают навигацию и многое другое. Всего в этом году запланировано 15 мероприятий программы. А сам интерактивный проект для детей о Гончарове был создан благодаря выигранному президентскому гранту на развитие гражданского общества. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.